Сура 58. Выяснение вопроса. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Этот аят был не послан а сподвижницы по имени Хауля бин Саляба, который ее муж, сподвижник Ауз бин Ассамид, сказал, «Да ты для меня так же запретна, как и спина моей матери». До ислама у арабов считалось, что для сказавшего подобное его жена становилась запретной навсегда. Затем Аус захотел вернуть свою жену. Но она отказалась и сказала, «Ты ко мне не прикоснешься до тех пор, пока Аллах и затем его посланник не вынесут решение». Затем она обратилась к посланнику Аллаха за решением. Она опасалась за своих детей, что если они останутся с ней, то будут голодать, так как у нее не было средств, а если останутся у отца, то будут без присмотра. Затем она обратила свой взор к небу и обратилась со своими жалобами к Аллаху, и он не спасал эти аяты. Уже услышал Аллах речь той женщины, которая выясняла с тобой, о посланник, вопрос о своем муже, который дал ей развод по доисламскому обряду, и обратилась с жалобой к Аллаху, упрашивая его, чтобы он избавил ее от постигшей беды. И Аллах слышал вашу беседу, ведь поистине Аллах слышащий все речи, видящий все. Те из вас, которые своим женам говорят, что они, жены, подобны спинам их матерей, матерей мужей, совершают грех, так как они, их жены, в действительности не матери им, своим мужьям. Ведь их матери, матери мужей, только те, которые родили их, те однозначно говорят порицаемые речи и ложь. А ведь Аллах действительно снисходительный и прощающий. И те мужья, которые говорят своим женам, что они, жены, подобны спинам их матерей, и потом отрекаются от того, что сказали, то они обязаны искупить этот грех. А это – освобождение верующего раба или верующей рабыни, прежде чем они, супруги, коснутся друг друга, будут иметь близость. Это – такое решение Аллаха, то, чем вас, о верующие, увещают, чтобы вы не совершали подобного, и Аллах ведает о том, что вы совершаете». А кто не найдет раба для освобождения, то будет обязан соблюдать пост в течение двух месяцев, последовательных, без перерыва, прежде чем они, супруги, коснутся друг друга, будут иметь близость. А кто не может соблюдать и пост, то будет обязан накормить до 160 бедняков. Это разъяснение для вас решения Аллаха об этом для того, чтобы вы верили в Аллаха и Его посланника. Это упомянутые положения являются ограничениями Аллаха, а для неверных Тех, которые отвергают те обязанности, которые на них возложил Аллах, уготовлено мучительное наказание. Поистине те, которые противятся Аллаху и Его посланнику, желают себе других ограничений, нежели те, которые установил Аллах и передал Его посланник, будут унижены, как были унижены и те неверующие, кто был до них. И ведь мы уже не звели ясные знамения, доводы, которые указывают на то, что закон Аллаха и Его ограничения истинны. А для неверных тех, которые не принимают эти знамения, будет унизительное наказание в аду. В тот день, в день суда, когда Аллах воскресит их всех, всех живших, соберет их всех в одном месте и сообщит им собранным о том, что они делали, о всех их деяниях в бренном мире. Исчислил Аллах все это и записал в хранимой скрижали, и сохранил их в книгах их деяний, которые записали ангелы. А они забыли то, что они совершали. И ведь Аллах ⁇ свидетель всякой вещи. Разве ты не видел, разве ты не знаешь, что Аллах знает все то, что в небесах и что на земле? Не бывает тайной беседы троих собеседников, чтобы Он, Аллах, не был четвертым в этой беседе, зная то, о чем они говорят, или пяти, чтобы Он не был шестым, и меньше, чем это, и больше, чем это, без того, чтобы Он не был с ними, где бы они ни были. Потом сообщит Он им, что они делали. В день воскрешения, ведь поистине Аллах всякой вещи обо всем знает. Разве ты, о, пророк, не видел тех мединских иудеев, кому была запрещена тайная беседа при верующих, чтобы не сеять этим в душах верующих сомнения относительно намерений иудеев. Иудеям, жившим в Медине, посланник Аллаха запретил вести тайные беседы при виде верующих. Так как из-за такой беседы верующий мог думать, что иудеи собираются убить его или причинить ему вред. Но затем они, иудеи, снова возвращаются к тому, что им запрещено, к тайной беседе при виде верующих. И тайно переговариваются они о грехе и вражде по отношению к верующим и неповиновении посланнику пророку Мухаммаду. А когда они, эти иудеи, приходят к тебе, о посланник, по какому-нибудь делу, то приветствуют тебя так, как не приветствовал тебя Аллах. Вместо слов ас алейк, мир тебе, иудеи сказали Пророку ас алейк, смерть тебе, на что Пророк ответил И вам! И говорят в своих душах про себя. Почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим Мухаммаду, если он на самом деле является посланником Аллаха? Достаточно для них гиены ада, в которой будут они гореть вечно. И как же скверно это возвращение. О вы, которые уверовали! Когда вы между собой ведете тайную беседу, то не будьте подобны людям Писания и лицемерам, и поэтому не беседуйте о грехе и вражде по отношению к другим, и неповиновении посланнику, пророку Мухаммаду, а беседуйте о благочестии, остережении наказания Аллаха и остерегайтесь наказания Аллаха. Исполняйте его повеление и прекратите совершать то, что он запретил, к которому вы будете собраны. Тайная беседа о грехе и вражде от сатаны происходит по его наущению, который приукрашивает этот грех и подстрекает к нему, чтобы этим опечалить тех, которые уверовали. Сатана пытается внушить верующим ложную мысль, что тайная беседа навредит верующим. Но он сатана, нисколько не навредит им, верующим, разве только с дозволения Аллаха. И пусть только на Аллаха полагаются, уповают верующие, чтобы не обращать внимания на тайные беседы неверующих и лицемеров. О вы, которые уверовали, когда говорят вам о сподвижнике на собраниях у пророка, садитесь шире, дайте и другим сесть, то садитесь шире, и тогда Аллах уширит для вас в этом мире и ваше жилище в раю». А когда говорят вам на собраниях у пророка «Вставайте!» просят вас встать, то вставайте, возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, а тех, кому даровано знание, Он возвышает на степени, по награде и по своему довольству. И ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете. Сообщается, что в начале, когда сподвижники сидели у посланника Аллаха, приходил кто-либо, они, желая быть ближе к посланнику Аллаха, не смещались со своих мест. И затем Аллах Всевышний повелел им дать возможность сесть и другим. Однако пришедший на собрание не должен заставлять вставать того, кто пришел раньше него. Пророк сказал, не следует одному человеку поднимать другого с его места, а потом садиться на него самому. Садитесь пошире и давайте место другим. Сахих Аль-Бухари. О вы, которые уверовали! Когда хотите поговорить тайно с посланником, то предварите вашу тайную беседу милостыней, дав ее нуждающимся. Это, дать милостыню, лучше для вас тем, что вы получите за это награду от Аллаха и чище для ваших сердец от греха. А если не найдете, что дать в качестве милостыни, то нет в этом греха, и поистине же Аллах, прощающий грехи своих верующих рабов, милосердный к ним. Неужели вы побоялись предварить вашу тайную беседу с пророком милостыни, что этим обеднеете? И неужели сатана вам внушил, что это лишняя трата средств? А когда же вы не выполнили того, что было повелено вам, и после того, как Аллах принял ваше покаяние, отменив положение о предварительной милостыне, то, исправляя это, совершайте же молитву вовремя и надлежащим образом. И давайте обязательную милостыню, закят. И повинуйтесь Аллаху и Его посланнику во всем, что вам повелено. И Аллах сведущ в том, что вы делаете, и он воздаст вам по вашим деяниям. Разве ты, о пророк, не видел тех лицемеров, которые взяли себе в друзья и сторонники таких людей иудеев, на которых разгневался Аллах? Они лицемеры, не из числа вас, верующих, не из числа их иудеев. И клянутся они, лицемеры, ложно, что они являются верующими и что ты – посланник Аллаха, и сами знают, что лгут в том, о чем клянутся. Уготовал Аллах им, этим лицемерам, сильное наказание. Поистине, скверно то, что они делают, их лицемерие и ложные клятвы. Они, лицемеры, взяли свои ложные клятвы прикрытием, чтобы их не убили за их неверие, и по этой причине они отклонили себя и других от пути Аллаха, от ислама. Им же лицемером будет унизительное наказание в аду. Нисколько не избавят их лицемеров от наказания Аллаха, ни их имущество, ни их дети. Они лицемеры, обитатели огня, ада, они в нем в аду, вечно пребудут. Каждый, кто своими словами или делами отклоняет себя или других от истинной веры, иман, в полной покорности Аллаху, ислам, получит в день суда в качестве воздаяния вечное пребывание в аду. Тавсир мой ассар В тот день, в день суда, когда Аллах воскресит, оживит их всех, всех лицемеров, и станут они клясться перед Ним, что они были верующими, как клянутся они перед вами, о верующие, и думают они, лицемеры, полагая, что это им поможет перед Аллахом, как это помогло им перед верующими в бренном мире. О, да! Поистине они, лицемеры, отъявленные лжецы! Одолел их лицемеров сатана! и заставил их забыть поминание об Аллахе. О нем самом, о том, что нужно исполнять его повеление и прекратить совершать то, что он запретил. Так что они оставили повеление Аллаха. Такие лицемеры, партия сатаны и его последователи. О да, поистине, партия сатаны – это потерпевший убыток в этом мире и в вечной жизни. Поистине, те, которые отделяются от Аллаха и Его посланника, желают себе других ограничений, нежели те, которые установил Аллах и передал Его посланник, окажутся такие среди униженных в этом мире и в вечной жизни. Записал Аллах в небесной скрижали. «Непременно одержу я и мои посланники победу. Поистине, Аллах всесильный и величественный». Не найдешь ты, о посланник, таких людей, которые веруют в Аллаха и в последний день, день суда, чтобы они любили тех, которые отдаляются от Аллаха и его посланника, врагов Аллаха и его посланника, даже если это будут их отцы или сыновья, или их братья, или их родственники. Таким людям написал, утвердил Аллах в их сердцах веру и подкрепил их духом от него, укрепил их на истине и даровал им свою помощь в борьбе против неверующих. И введет он их в сады рая, где внизу, под дворцами и деревьями, текут реки, и будут они вечно пребывающими в них, в райских садах. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом, что Он дал им многие предпочтения и возвысил их на степени. Такие – это партия Аллаха, Его сторонники. О да, поистине, партия Аллаха, они обретшие успех в этом мире и в вечной жизни».